для себя говорит, делай раз, ломат делай два, делай три, делай четыре. И прорабатывай. Начнем. Четко и по делу, почти по-военному. Задавать вопросы на инструктаже главному тренеру здесь не принято, и это при том, что на позицию часто выходят совсем юные метатели. При видимой простоте броска здесь есть свои нюансы. Как правильно поставить опорную ногу, когда лучше задержать дыхание. Вес ножа одинаков для всех, но приноровиться попадать точно в цель – та еще задача. Научить. Втыкать нож можно за одну тренировку, попадать там в мишень стабильно тоже там за какой-то короткий срок можно научить. А вот подготовить себя на соревнованиях, выступить должным образом и вот именно эти 10 серий все настроиться на чисто хороший результат, на победу, очень тяжело. Все вот самые такие вот у нас даже наших спортсменов взять, рязанских, на тренировке могут показать там очень хороший результат, на соревнованиях могут рассыпаться. Чтобы не посыпаться, нужны регулярные тренировки и, что самое важное, серьезные турниры. Один из таких – рязанский, или, как его еще называют, есенинский. Только здесь можно понять, правильно ли были подготовлены ребята. У нас вид спорта спортивное метание ножа молодой. Но мы думаем, есенинский турнир все-таки в будущем сделать всероссийский турнир. И, естественно, уровень всероссийский будет давать повод для того, чтобы присвоить спортивные разряды. Арина Хатунцева уже сегодня достойна максимального для ее возраста спортивного разряда. Серию бросков на скорость она выполняет как заправский ниндзя. В федерации ее уже считают восходящей звездочкой. В свои 14 она по-взрослому самокритична и регулярно проводит работу над ошибками. Тренер долго пытался объяснить, долго я понимала это, но в принципе понимаю. Сейчас уже понимаю, что требуется, как нужно себя вести на соревнованиях. Раньше это делал тренер, он всегда указывал на ошибки, сейчас уже я сама стараюсь следить за собой. Трудно это или нет, стоять у рубежа мы решили проверить на личном примере. Мне в цель пришлось бросать 4-жды. Этим ребятам же в большинстве случаев хватает одной попытки. Им бы еще спортивные разряды. Но над этим в Федеральном министерстве спорта обещали подумать. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».